Да не страдай ты так. Вот видишь, уже не повезло. Это счет будет, да? Это будет пулик. Одним играем? Женщина бреет, что я забыл, что это будет. Я тут посадец, как я. Ты мне будешь подсказать? Ага. Я сам-то не умею. Ты лучше меня знаешь, 5-5, открыл у меня. А ты уверен, что ты их бросишь? Нет. А у меня. Да, извините, смотри, что он не идет. Раз. Ты на 10 минут он стоял, там надо 4, да? На 14 надо поставить. Костя, лучше другие взять. Ваня, знаешь? Что-то сломано. Сломано, да, ну, надо, может, пометить, да. Как-то, чтобы... Отлично, я понял. Вот, ставим. Нет, раз, два, три. Эти не ходят, потому что они на паузе стоят. Ну, там на 10 минут поставлю. Давай на
чашку забирал. Да, Лена, сама же открыла. Ну открыла, я же без умысла того, что ты туда лез с ногами. А думать-то надо. Ходишь, пока я не сходил, что ли? А? Почему? Ну, так получается. А что, должна сидеть тебе в глаза смотреть? Пять. Не должна ходить, пока не ходить. 4-1. Открываем.
Часы. Часы. Да что, кстати, это? Ну что, ты помнишь? Купи-ка. А, это я помню. На 4 причем. Сейчас. Подставь. Ай-яй-яй. С этим самым столиком. Столиком. Я говорю, мне надо только 6-6. И бросаю 6-6. Бывает иногда. А, кстати, куда ты лампу пропал? Это вообще не слышно, не видно. Дела, наверное. Или нарды ему стали неинтересно. Не знаю. Так, что, 4? 4, да. 4 очечка. Видно чего? Что это такое? Вперед, батька. Ну, давай, батька. Видишь, отступаешь и бросаешь. Здесь весьма неплохо. Так, а что там собралось? Да? Ты меня совсем не понял. Что ж такое-то? Ничего. Thank you.
коренительно полезно. Ты же сказал, что сказал. Шесть. Три. Ой, говорит, рассказывает. Не надо. Наивненький.
проигрывает Ваньке всегда. Мешаем. Мешаем. 5-5. Не без головы. Раз. Я не хочу с тобой играть, поэтому я просто не играю. Нормально, что было.